Дича, где Илона? Привет! Шо... Привет, Рубовна! А что вы делаете? Мы фильм смотрим. Вместе? Но в том-то и дело, что вы друзья, а сидите вместе, смотрите фильм, чуть ли не парочка. Я не знаю. Ты уверена, что это самый лучший вариант? Да, это правда самый лучший вариант. Миша. Миш, я уже докрасилась. Идем чай делать? Ты мне обещал, что ты встанешь сейчас. Миш. Давай вставай. Миша, ну хватит спать. Ну ты целый день спишь. Ну пожалуйста. Что мне делать одной? Будешь вставать? Ну ты обещал, что ты сейчас встанешь. Миш, я иду чай делать. Ты идешь со мной? Я тогда пошла сама делать чай. Миш, я сделала чай. Мишка. Илон, дай еще 5 минут поспать. Мишка. 5 минут, ну давай. Ну ты 5 минут мне говорил 10 минут назад. Ты будешь вставать? Я чай приготовила. Я всю ночь монтировал, пожалуйста, 5 минут. Миш, ну уже 3 часа. Пожалуйста. Ну пожалуйста, давай вставай, что мне делать сейчас? Ну 5 минут, Илон. Пожалуйста. Я выпью весь чай. Хорошо, делай, что хочешь. Я забираю чай. Потом сам себе будешь делать. Угу. Спокойной ночи. О, привет. Привет. А где все? Кто? Ну, все. Миша там. Миша спит. А чего вы так долго спите? Я не знаю, он монтировал всю ночь опять и спит. Ты мне чай несешь? Ну, вообще я Мише несу, но если хочешь, то могу дать. Он все равно стоит. Ну, давай. А что он, типа, ты ему чай принесла, и он не просыпается? Нет, я его бужу уже сколько. Капец. Он с малиной? Угу, вкусный. Мне кажется, что ты немного расстроена. Что случилось? Да капец, я не знаю, что мне делать. Я типа не участница по факту. Все работают, все снимаются, а я ничего не делаю. Миша монтирует постоянно, я сижу просто. Ничем не занимаюсь. Я не знаю просто, что мне делать. Просто все ребята на съемки постоянно ездят. Я просто реально не знаю, что мне делать. Мне очень скучно. Блин, я помню, ты с Мишей хотела вообще в снежки поиграть. Не хочешь просто, может, выйти на улицу, подурачимся, побросаемся снежками, там, не знаю. Просто чтобы отвлечься. Это не будет, ну, странно для Миши, типа, он не будет как-то ревновать, не знаю. Ну, нас же не Тресси в комнате запирает, мы же просто снежками будем бросаться. Ну, ладно, давай, все равно, типа, нечего делать. Пошли тогда одеваться. Угу. Давай, сейчас быстро чай выпьем. Окей, я уже не хочу. Погнали. Все, оделась? Да. Че не забыл? Шапку. А, она где-то тут. Сейчас. А, вот вижу. Все, погнали. Да, сейчас, секунду. Дима.
Идем? Да, погнали. Ой, ну это холодно. На самом деле погода типа классная. Я бы пофоткалась тут в снегу. Да, ну холодно. Я вообще зиму не люблю. Я тоже, но нормально. Так смешно, этот снег скрипит, докажи. Как да. Так непонятно. Это потому что типа потеплело и он чуть-чуть липкий стал просто. Ну да, прикольно. Сейчас еще снеговика надо лепить. Да? Да. А ты умеешь? А что там умеешь? Я никогда просто, не умела. Там просто снежок лепишь и начинаешь но его катать тяжело. По снегу. У меня реально никогда не получалось. Что ты делаешь? Что? О, ты что, обалдел? А, холодно! Я перчатки не взяла! Ой. Прямое попадание! О, холодно! Капец, ты попадаешь, жесть! Ай! Больно! Все, я тебя сейчас пощадил, ну ладно. Не попал, ха-ха! И что? И что? Ты чё? Ну всё, я Ты чё? Давай, поднимайся. А, у меня руки ледяные. Да, у меня тоже. Холодно! Всё, пошли домой. Да, давай, реально холодно уже. А почему у вас так весело? Да мы играем. Илона, где Миша? Да я Мишу будил, он сейчас монтирует, он не хочет вставать. Лен, погнали к нам? Да. Не, спасибо, я себя плохо чувствую. Офигеть. Пока. Блин, у меня снег везде просто везде. Слышишь, Тань, пока мы не ушли, ты не хочешь меня сфоткать? Одну фотку. Да, давай только на таком фоне. Да любой, я просто хочу выставить. Давай зданием. О, давай. Прикольно выглядит. Давай, давай. Какую ты фотку хочешь? По колено? Ну, смотри, как лучше. Чай, еще крупным планом хочу. Есть? Да. Супер, спасибо большое. Скинешь мне потом по AirDrop? Да, давай сейчас домой зайдем да, и скину. Да, давай, а то холодно. Сука, тут холодно. Очень холодно. Слушай, Тань, тебе не будет сложно поставить чайник? Да, окей, без проблем. Я просто чай хочу. Я сейчас через 5 минут подойду. Окей. Миша. Миш, ты встаешь? Ты чай принесла? Уже остыл давно, ты будешь вставать? Еще 5 минут, я встаю. Но ты же не проснешься через 5 минут. 5 минут стою. Короче, спи сколько хочешь. 5 минут. Что, все нормально? Что ты так вздыхаешь? Да, все хорошо. А что, ты спит, Миша, еще? Ты расстроен из-за этого? Да, он спит еще. О! Супер, горячий такой. Ну, а какой должен быть? Холодный. Не, ну, мало ли я разбавился водой. Ну, я чуть-чуть разбавил, чтобы можно было пить. А, да? Да. Супер. Я так люблю. Я тоже так люблю чай пить. Ну, вкусный, кстати. Точно все нормально? Да, все хорошо. Слушай, может, не знаю, там, посмотрим, может, что-то, чтобы там настроение тебе поднять. Мультик можешь какой-то посмотреть или фильм. Как что хочешь, можно посмотреть. Ну, в принципе, можно, потому что настроение у меня такое себе. Можем посмотреть что-то. А что ты хочешь посмотреть? Я не знаю, можем какую-то комедию смешную посмотреть. Любишь комедии? Да, вот да. Комедии я обожаю. О, супер, давай посмотрим какую-то... Прям комедию. Поражать хочется. Да. Ну хорошо, может, сейчас посмотрим. Да, Гол, как раз чай есть. Да. Погнали. Погнали. Я макбук принес. О, супер. Сейчас только на зарядку поставлю. Давай. А ты нашел фильм или... Нет, а, сейчас. Да. Сейчас выберем. Вот, комедии. Угу. Тут все на английском просто. О, а, тут все на английском? Да. Ну, сори, я нет, английский... Типа, можно
Можно перевести, можно включить русскую озвучку, просто да? Тут интерфейс на английском. А, я поняла. Ого, у тебя сенсор на этот? Да. Прикольно. 7+, тут маячков не было. Тебе не интересно? Интересно, я просто задумалась. Все хорошо. Да что такое? Ты можешь рассказать мне, я выслушаю там. Ты просто весь день нагруженная сидишь и прям... Я, короче, не знаю, что мне делать. Потому что я реально вот сижу вот в комнате постоянно. В принципе, я ничем не занимаюсь. Я вообще не знаю, что я тут делаю. Ну, то есть, все участники там, знаешь, работают, ездят на съемки. Я не против... Ну, я хорошо отношусь вообще ко всему, но просто я не считаю себя нужной. Потому что я не участница, я просто, ну, тут никто. Я не знаю, мне как-то на самом деле грустно от этого. Когда я была в Одессе, то я находила себе дело, а тут я просто не могу ничего сделать. У меня там хоть подруга есть, а так Миша постоянно спит. Я сижу, ничего не делаю. Мне кажется, ты просто сильно себя накручиваешь. Ребята тебя любят. Блин, ну ты очень хорошо вливаешься в коллектив. Просто дай немного времени, и я думаю, там ты останешься, и все будет хорошо. Не знаю, я все равно... Не чувствую себя тут нужной. Илона, здесь чай. О, ненавижу просыпаться. Холодно еще как-то. Где чай, где Илона? Илон! Может, в душ пошла? Илона? Илон? Блин, может быть, там. Илон? Ну, там ее не могло быть. Нас там уже закрывали. Илон? Илон? О, Миша! Ты проснулся! Привет! Привет, Рубовня! А что вы делаете? Мы фильм смотрим. Вместе? Чё ты так долго спал? Мы уже в снежки успели поиграть. Я же тебе сказал, что я монтировал всю ночь. Идем на пару слов, хорошо? Да, пошли, конечно. Как ты так долго спал? Снежки? Что? Какие снежки? Какой фильм? Ну, мне было скучно, и мне Даня предложил поиграть в снежки. А что случилось? То есть из-за того, что я сплю, ты готова идти, ну, типа, я понимаю, да, не хороший чувак, но, типа, флиртовать с ним, это что? Так я не флиртовала, ты чего? Мы фильм вместе смотрели. И что? Мы просто фильм посмотрели. Ну, это странно, ну, как минимум. Так а что странного? Он мой знакомый. Даня только недавно с девушкой остался, типа, мы с тобой вроде в отношениях, ты идешь с ним фильм смотришь, но... Так мы просто фильм смотрели, я не собираюсь быть его новой девушкой, ты чего, ревнуешь? Ну, как мне ревновать? В смысле, типа, ты сидишь с Даней, типа, вы вместе смотрите фильм, меня там... Ну, я зашел, себя третьим лишним почувствовал лома. Так не должно быть в отношениях. Ты прикалываешься, Миш, мы просто сидели. Ты целыми днями спишь, мне реально спал. Так я спал, потому что я монтировал, Миш, всю ночь. Я понимаю, но ты понимаешь? Пойми меня правильно, я сижу одна в комнате, я никому здесь не чувствую себя не нужной. Почему ты не нужна? Потому ты мне нужна. Тебе нужна, и ты сидишь постоянно за монтажом. Ты же знаешь, что это работа. Я понимаю. Я не могу просто в другое время монтировать, потому что днем мы снимаем. Я понимаю, что это все монтаж, но меня пойми, мне нечего тут делать. Я понимаю, что тебе одиноко, но неужели, типа, единственное, что ты нашла, чем заняться, это пойти смотреть здание фильма? А что мне делать? Что мне реально делать? А мне что делать? Ну, мне остается только ревновать. К чему? К другу твоему и моему? Он знак... Ну, в том-то и дело, что вы друзья, сидите вместе, смотрите фильм, чуть ли не парочка. Какая парочка? Ты что, прикалываешься? Ну, мне было скучно, Миш. Мне реально было скучно и одиноко. Я тебя будила. Будила минут 30, если не час. Я думаю, тебе тут просто... нравится? Мне очень нравится, но я чувствую себя никому здесь не нужной. Меня не будут делать участницей. Я вообще... Почему? Ну, может, сделают? Да, через год. Миш, я реально все на съемках. Ты монтируешь, снимаешь. У тебя есть дело. Мне нечем заняться. Мы с тобой вместе снимаем. Чего ты? Мы с тобой снимаем очень редко. Ну давай я поговорю с Ромой, чтобы тебя нормально уже сделали как участницу. Да никто мне не будет делать участницей. Да сделают тебя как участницу, что Миш, ты этого переживаешь? Миш, на самом деле я долго думала об этом. Но типа мне кажется, что будет лучше, если бы я поехала опять в Одессу, чтобы я там пожила некоторое время. Потому что я реально не чувствую здесь себя нужной. Мы же только все обговорили. Какая Одесса, Илон?
Когда мы с тобой поговорили? Ну что ты мне когда сказал? Когда Настя закрывала в комнате, мы договорились, я что помню, ты не будешь уезжать. Я помню, нет, я помню это все. Но ты понимаешь, что я... Мне так будет легче. Мне надо выдохнуть. Подожди, Илон, ты реально считаешь, что самый лучший вариант будет сейчас уехать? Да, но я правда не знаю, что а что мы будем делать, ну, без друг друга? Ну, типа, как мы будем вместе? Я приеду скоро. Или ты ко мне приедешь. Вообще лучше будет, если ты ко мне приезжал. Я не знаю просто, реально. Я тупо ничего не делаю. Я понимаю, я просто... погибаю от этого, блин, морально. Да, это будет, типа, не знаю, мне без тебя будет ужасно. Мне тоже будет без тебя ужасно. Может, ты передохнешь, типа, не, хотя бы на пару дней поедешь, и все. Я не знаю. Давай посмотрим по обстоятельствам. Давай, короче, будем смотреть по... Я не знаю. Ну, хорошо. Давай я сделаю все возможное, чтобы тебя быстрее как участницу взяли. Чтобы ты нашла, наконец-то, все занятия. Мы не только YouTube снимали, чтобы ты чем-то занята была. Хорошо? А чем? Я не знаю. Найдем тебе занятия. Найдем, хорошо? Не знаю, Миша. Все, иди сюда. Мне кажется, я просто еще не готова к этому всему. Я просто реально... Я не, на самом деле не особо хочу тебя отпускать. Ты понимаешь, что я очень сильно скучаю? Я тоже буду скучать. Ты уверена, что это самый лучший вариант? Да, это правда самый лучший вариант. Я просто другого может, не рассматриваю. Может, ты пока останешься, мы подумаем, типа, что ну, можно... Останусь я, и что дальше? Хорошо. Будет одно и то же. Иди сюда. Я не знаю, правда, типа. Мне очень от этого уже какой день подряд грустно. Подожди, мне тебе точно не стоит ревновать, Гляня? Да ты чего? Пошли тогда вещи не собирать. Идем.